Это итоги недели. В студии Максим Кембель. Здравствуйте. А вот заголовки уходящих 7 дней. Мирный атом, низкая заболеваемость и мобильный контент. Белорусские разработчики приложений в лидерах мирового рейтинга. В каких категориях? Человек года. Лучшим представителям Могилевской области вручили премии и благодарности от имени администрации президента. Динамичное развитие области – это все благодаря нашим людям, благодаря их упорному труду. Как это было? От мини-трактора до рапсового масла. Госстандарт подвел итоги национального конкурса. Мы развиваем качество и внедряем его во все процессы. Что выбирают покупатели? Социальный бренд. По программе «Семейный капитал» открыто почти 122 тысячи депозитов. Гражданам необходимо обратиться в службу «Одно окно» администрации района. Насколько увеличились выплаты? Возвращение утраченного великолепия. Во дворцово-парковом комплексе в Жиличах подходит к завершению масштабная реконструкция. Реставрация Жилищского дворцово-паркового ансамбля была начата в 2009 году. Когда начнутся экскурсии? Президентская кампания, мафиозный главарь и последний вираж. В Непале произошла крупнейшая авиационная трагедия. Кто находился на борту? Сообща защищать общее оборонное пространство, вместе противостоять нападкам Запада и перестраивать экономики под нужды друг друга. Такова позиция Минска и Москвы. Президент встретился с главой МИД России. Речь шла о взаимодействии по линии Министерств иностранных дел двух стран, проведении совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств. Повестка дня сконцентрирована на выработке дополнительных шагов по реализации скоординированной линии в отношении действий, которые предпринимают против Беларуси, России, НАТО и ЕС. В центре внимания координация действий в рамках ООН. Как подчеркнул Сергей Лавров, все решения и договоренности лидеров по обеспечению безопасности на союзных рубежах очень своевременны. Делаем все, чтобы обеспечить запасе себя от возможных поползновений Запада. Очень хорошо, что мы в торгово-экономических отношениях с Российской Федерацией вышли на баланс торговли, даже чуть выше сальдо в пользу Беларуси. Это говорит о том, что те попытки нас удушить и России, и Беларуси сегодня фактически провалились. Мы однозначно выстоим, тем более это тяжелый год. В том плане, что мы определили направление, по которым мы должны двигаться для того, чтобы сохранить суверенитет наш во всех отношениях России и Беларуси. Очень активно продвигаемся в экономике по импортозамещению. Вы, конечно же, в курсе дела. Мы с президентом Путиным практически с этого любую встречу начинаем. Экономика – фундамент. Если будет все нормально у нас в экономике, все остальные вопросы мы решим. Что касается Министерства иностранных дел, ну, я, вы знаете, всегда называю их образцовыми с тех давних времен. Если бы у нас все ведомства сотрудничали таким образом, как МИДы, то у нас вообще бы не было никаких проблем, и вопросов бы проблемных не было. Поэтому я всегда это говорил, не только сегодня. Александр Лукашенко доложили о том, как МИДы двух стран участвуют в работе по сопровождению реализации 28 союзных программ, а также о проработке планов на перспективу. На встрече были затронуты события в Украине в рамках проведения Россией специальной военной операции. Перспективные маршруты, домашнее насилие и контролируемая эпидситуация. В стране снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ, в чем опасность нового штамма Кракен. Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. «Росатом» начал поставку топлива на БелАЭС по двустороннему контракту. Уже успешно пройден входной контроль. Общий объем был рассчитан на стартовую загрузку и на первую перезагрузку. За разработку отвечает новосибирский завод химконцентратов. Возведение атомной станции, напомним, началось в 2013-м совместно с российской госкорпорацией. Официальный запуск энергоблока состоялся в ноябре 2020-го. В Беларуси снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ. Все благодаря слаженной работе медиков и вакцинации. Штамм Кракен, который проник уже в 25 стран мира, у нас пока не зафиксирован. Специалисты отмечают, он заразнее омикрона, но не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее других. При этом есть высокий риск серьезных осложнений.
Спрос на перевозку грузов внутри страны за прошлый год вырос на 90%. В лидерах Брестская область. Водители быстро приспособились к ограничениям на европейских границах и освоили новые маршруты. Вдвое больше товаров стали возить в Армению, в Узбекистан в 3 раза, в Грузию в 4. Самый большой рост отмечается на транспортировку бытовой техники, труб, мебели, пиломатериалов, оборудования, запчастей и металла. В стране создадут реестр фактов домашнего насилия. До июля 2024-го его интегрируют в общую инфосистему. Данные будут вноситься в течение суток. Доступ к системе специалисты откроют для сотрудников МВД, а при необходимости – оперативно-аналитическому центру и КГБ. Вся личная информация под строгой защитой. Сведения могут корректироваться, если, к примеру, административное дело прекращено. Отечественные разработчики мобильных приложений в лидерах мирового рейтинга. По информации американского аналитического агентства, программа для женского здоровья заняла 6-е место по количеству глобальных загрузок. Тем временем компания Say Games расположилась на 5-й строчке по числу установок. В списке 9 категорий. Среди них игры, финансы, стриминговые сервисы и социальные медиа. По заслугам и награда. Лучшим представителям региона вручили премии облисполкома «Человек года» и благодарности от имени администрации президента. Приднепровский край отмечает 85-летие. Здесь находятся основные объемы белорусского производства химических волокон, автомобильных шин, лифтов и цемента. Успешно развивается животноводство и рыбоводство. Вырос и экспорт предприятий за год. Сумма свыше 6 миллиардов рублей. В честь юбилея Дворца культуры области прошел праздничный концерт. О том, как это было, далее. Работники сельского хозяйства, строители, спортсмены, врачи и представители других профессий, которые вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие региона, принимают поздравления. Грамотам и благодарностям нет числа. В свой 85-летний юбилей Могилевская область чествует лучших из лучших. 15 удостаиваются почетного звания «Человек года Могилевщины». Заслуги области перед большой страной, отмеченной высокими государственными наградами. В 1967 году орден Ленина. Несколько позже Бобруйск и Могилев были отмечены также орденами за вклад в развитие страны и победу над немецко-фашистскими захватчиками. Могилевская область славится основными объемами белорусского производства химических волокон, автомобильных шин, лифтов, цемента. Здесь успешно развивается животноводство и рыбоводство. Экспорт предприятий за год свыше 6 миллиардов рублей. Значительные средства вкладываются в социально-экономическое развитие региона. Только в 2022-м завершают реализацию 15 инвестпроектов на сумму 110 миллионов рублей. Есть хорошие проекты, которые реализуются. Есть намерение реализации еще ряда социальных и не только социальных проектов. И вот это динамичное развитие области, это все благодаря нашим людям. Благодаря их упорному труду, благодаря, наверное, даже больше любви к своей родине. Существенный вклад в социально-экономическое развитие региона вносит город на Березине. Еще в 1924-м Бобруйский округ считается самостоятельным административно-территориальным образованием. В эти годы возводится лесокомбинат, гидролизный завод, мебельная фабрика имени Халтурина, красный пищевик. Закладывается промышленный потенциал. В 1938-м Бобруйск входит в состав области. На тот момент он самый крупный районный центр после Могилева с населением почти 85 тысяч жителей. Здесь действуют 30 школ, 38 детсадов, 11 клубов, 13 библиотек и театр. Работали такие крупные предприятия, как машиностроительный завод, швейная фабрика имени Дзержинского. И как раз вот в конце 30-х годов появился такой центр культурной жизни, как кинотеатр «Товарищ». Сегодня Бобруйск растет не по дням, а по часам. Расширяется география поставок, производятся импортозамещающие товары, создаются новые рабочие места. Развивается и социальная сфера. В 2022-м возводят свыше 70 тысяч квадратов жилья. Особое внимание многодетным. Обновляются и дороги. Объем выполненных работ превышает 260 тысяч квадратов. Метров. По проспекту строителей продлевают 2-й маршрут троллейбуса. В микрорайоне Киселевича начинают проектирование детского сада на 240 мест. И это в очередной раз подтверждает – у нас есть все для дальнейшего развития. Но главное – это желание сделать малую родину еще красивее, уютнее и комфортнее. Татьяна Горбач, Станислав Чечерин. Итоги недели. Воздушный бой. В стране продолжается совместное летно-тактическое учение Вооруженных сил России и Белоруссии.
Замысел маневров – повысить уровень боевой подготовки военных летчиков двух стран, которые входят в состав региональной группировки войск. Задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО нашей страны. Авиация РФ прибыла несколько дней назад. Напомним, решение о развертывании было принято в октябре 2022-го Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Обстановка сегодня такая. Оно вообще никогда нельзя расслабляться людям в погонах. Надо готовить наши силы к тому, чтобы они были в любой момент были готовы выйти и выполнить свои задачи. Учения, которые признаны отработать методы разведки и обороны важных объектов, продлятся до 1 февраля. Минобороны отмечают, маневры не направлены против третьих стран, как и развертывание всей группировки. Это вынужденная адекватная реакция на ситуацию союзных границ и возможность отразить агрессию в случае необходимости. Знак качества. Госстандарт подвел итоги конкурса «Лучшие товары Беларуси 2022». Среди лауреатов – растительные рапсовые масла «Дериха» и «Рафини», мини-трактор «Беларус» 622, техника по внесению твердых органических удобрений и зеркала заднего вида. Местные предприятия внедряют инновации, делают ставку на импортозамещение. О выборе покупателей – Ольга Васенда. И снова в лидерах «Беларус-622», лауреат конкурса «Лучший товар Беларуси» в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Несмотря на малые габариты, трактору под силу обработка земли, уборка урожая, сбор мусора и перевозка грузов. Среди плюсов – экономичный расход топлива и мощность двигателя. Технику можно увидеть на полях стран ЕС, СНГ, Африки и Азии. Спереди можно прицепить к нему отвал, сзади можно прицепить щетку, пескоразбрасыватель, косилку. Прицепы до 4,5 тонн нашего производства. То есть трактор удобен для использования при уборке территории. Награду за зеркала заднего вида пятый год подряд получает и «Универсал Бобруйск». В месяц на предприятии производят 50 тысяч единиц востребованной продукции. Устройство изготавливают для техники МТЗ холдинга и Петербургского тракторного завода. Качество соответствует всем национальным стандартам. Над созданием товара с лейблом «Made in Бобруйск» работают 378 человек, 53% из которых – инвалиды по слуху. Мы развиваем качество и внедряем его во все процессы, начиная от проектирования и выбора поставщика, продолжая производством, обучением персонала. Мы должны оставаться поставщиками высокого качества. В будущем мы планируем также развивать дальше систему менеджмента, в том числе развиваться на соответствие требований стандартов международных. В числе лучших и техника «Бобруйска Громаша» для внесения твердых органических удобрений. На счету МТУ-18 и диплом Гран-при международной бизнес-премии «Лидер года 2022» по программе импортозамещения. Модель на 100% состоит из белорусских комплектующих. Помимо внутреннего рынка, товар востребован в России, Финляндии, Латвии, Литве и Эстонии. Все начиналось с 4 машин. Были 2 машины для внесения твердой органики, 2 машины для внесения жидкой органики. С учетом того, что трактора становились более энергонасыщенные, и появились машины, которые увеличили грузоподъемность. То есть начинали с 7 тонн, сейчас достигли уже 24 тонн. Знак качества и любовь потребителей уже не впервые завоевывают торговые марки «Адериха» и «Рафини». Завод растительных масел. В ассортименте бобруйского бренда 20 наименований. Весь процесс создания от маленькой семечки до готового продукта под строгим контролем не только специалистов, но и современного оборудования. Производство позволяет выпускать ежедневно до 70 тонн качественного товара без консервантов и ГМО. Рапсовое масло отлично подходит для овощного салата. Продукт в сыром виде сохраняет полезные свойства – омега-3, 6 и 9, плюс витамины Е и К. Лауреатов конкурса с помощью опроса среди потребителей определяет госстандарт. Свои голоса отдают свыше 37 тысяч белорусов. В Могилевской области лучшими становятся 277 товаров. Статус «Новинка года» получает продукция бабушкиной крынки. Йогурт греческий, копченый сыр «Косичка Чечил», напиток на основе сыворотки с соком «Тропик» и сырок «Веселые внучата» с начинкой «Крема-колада». Ольга Васенда, Максим Галионко, Бобруйск, 360. Демографический тренд. В Беларуси стало больше многодетных. По программе «Семейный капитал» открыто почти 122 тысячи депозитов. Он означается при рождении, удочерении или усыновлении третьего и последующих детей. Социальная поддержка – приоритет политики государства. Размер выплат с этого года увеличился на 15% и составил 29 950 рублей. Досрочно воспользоваться средствами можно на погашение кредита, взятого на строительство жилья, на обучение одного ребенка в госучреждениях или на оплату медуслуг. Для назначения семейного капитала гражданам необходимо обратиться в службу «Одно окно»,
администрации района, в которых они зарегистрированы. Там они смогут получить всю необходимую информацию, подать заявление для последующего назначения средств семейного капитала. Для многодетных в стране предусмотрен существенный пакет социальных мер. Декретный отпуск, пособие при рождении и воспитании детей, финансовая помощь на жилье, льготы в образовании и здравоохранении, налоговой, пенсионной и трудовой сферах. Культурное наследие, туристическая мека, жилищно-исторический комплекс-музей после масштабной реконструкции готовится принять посетителей. Памятник архитектуры 19 века начали восстанавливать по поручению главы государства. Строительные и реставрационные работы длились несколько лет. И вот свершилось, белоснежный исполин в центре Кировского района обрел величие и монументальность давно ушедшей эпохи. Богатая лепнина, кессонные потолки, уникальные росписи стен поражают и завораживают. По обновленным залам прошлась Татьяна Горбач. Величественные ионические колонны, портики со строгой лепниной и закругленные арки. Белоснежный дворец в стиле классицизм в жилищах поражает изяществом и монументальностью давно ушедшей эпохи. Его строительство в первой трети XIX века начал Игнатий Булгак, состоятельный шляхтич, бобруйский уездный маршалок. Дело продолжили наследники. Последнюю часть здания закончили в 1914. После революции, когда Булгаки покинули дворец, здесь размещалась школа рабочей молодежи, до управления колхоза. Здесь жили просто люди. Когда была Великая Отечественная война, здесь находился немецкий госпиталь. После войны здесь располагался жилищный сельскохозяйственный техникум. Масштабные работы по восстановлению бесценного памятника архитектуры по поручению главы государства начались с 2009-го. В реставрацию вложили более 20 миллионов рублей. Специалисты буквально по миллиметру счищали краску с лепнины и воссоздавали аутентичный интерьер дворца по сохранившимся фотографиям, которые были сделаны в начале прошлого века Яном Булгаком, родственником владельца. Реставрация жилищного дворцово-паркового ансамбля была начата в 2009 году. Это было 4 очереди. Первая очередь предполагала воссоздание одного из флигелей дворца и западной линии, это сейчас школа искусств. Она действует с 2011 года. А вторая очередь предполагала восстановление оранжереи. Третья часть – это главный корпус, а четвертая очередь – это парк и водная система. Особый шарм и элегантность придают дворцу кессонные потолки. Напоминают множество изысканных резных коробочек, соединенных воедино фантазией художника. Поражают своей монументальной торжественностью и парящей легкостью. Реставраторы потратили немало сил и сусального золота, чтобы вернуть покрытию первозданный облик. Планировка нашего дворца устроена так, что все комнаты являются проходными. Банкетный зал, чайная комната, музыкальный салон, и гости плавно переходили в наш бальный зал. Здесь проходили званые вечера. Изысканные дамы и элегантные кавалеры скользили в венском вальсе и отплясывали зажигательную мазурку по паркету из 5 сортов древесины. Реставраторам удалось вернуть комнате утраченное великолепие и воссоздать герб рода Булгаков. Он, словно послание из далекого прошлого, венчает бальную залу. Мы сейчас с вами находимся в каплице, в которой как раз молились наши Булгаки. Они были весьма верующими людьми. Здесь они молились на первом этаже, а вот на этом красивом балкончике находились музыканты. Музыка в нашем дворце была всегда и везде. Лепные ангелы и растительные орнаменты украшают домовой костел древнего рода. Белоснежный алтарь выполнен из оселкового мрамора. На нем изображено всевидящее око. Символ повторяется и на фронтоне усадьбы. И, конечно, роскошный потолок, от которого просто невозможно оторвать глаз. Во дворце около 130 комнат. В каждой из них располагались печи и камины. Здесь топка не видна. В этом есть определенный практический смысл. Не нарушается парадный вид комнаты. Сама печь – настоящее произведение искусства, богато украшена изразцами с изображением классических античных сюжетов. Ремонтные и реставрационные работы близки к завершению. Совсем скоро в залах установят антикварную мебель и повесят картины. Финальную точку планируют поставить в апреле. В год мира и созидания белоснежный исполин в самом центре Кировского района и историко-культурная ценность Беларуси встретит многочисленных туристов во всем своем былом великолепии. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Публичное объявление «Климатический шок и софтверный гигант». Microsoft намерен уволить 11 тысяч сотрудников. В чем причина? Далее обзор громких заголовков мировых новостей.
Дональд Трамп начинает новую президентскую кампанию 2024. Экс-президент США в рамках программы публично выступит 28 января в столице Южной Каролины. Ожидается, что в здании парламента штата соберется около 500 человек. Самым преданным сторонникам за скромное пожертвование офис политика предлагает поучаствовать в розыгрыше VIP-билетов и возможность сфотографироваться с кандидатом. В Непале произошла крупнейшая авиационная трагедия за последние 30 лет. По словам очевидцев, самолет, который заходил на посадку на низкой высоте, неожиданно вошел в глубокий крен и едва избежал падения на густонаселенные кварталы и рынок. Все 72 пассажира погибли. Среди них было 15 иностранцев, в том числе 4 россиянина. Причины катастрофы пока остаются неясными. Специалисты изучают информацию с бортовых самописцев. В Италии арестован мафиозный лидер Коза Ностра. Он скрывался от правосудия 30 лет, оставался на свободе последним из трех крупнейших главарей, охота на которых шла десятилетиями. Денаро нашли в частной клинике, где он лечился уже больше года. Сицилийца еще в 1992-м заочно приговорили к пожизненному заключению за причастность к убийству двух прокуроров, организацию терактов и похищение людей, в том числе детей. Microsoft планирует уволить около 11 тысяч сотрудников. Это 5% от штата, в том числе Великобритании. Причина в замедлении мировой экономики. Под сокращение прежде всего попадут работники инженерных и кадрового подразделений. В июле работу уже потеряли около 1000 специалистов компании. Рыночная стоимость софтверного гиганта, отметим, составляет $1,780 млн. В Сибири и на Дальнем Востоке установилась экстремально холодная погода. Столбик термометра опустился до отметки минус 60. Такая низкая температура в этих местах не фиксировалась уже 10 лет. Тем временем в Калифорнии наводнение, вызванное проливными дождями, уже унесло жизни 20 человек. Тысячи людей эвакуированы, объявлен режим ЧП. В Западной Исландии тает вулкан-ледник, который имеет культовое значение для местных жителей. Метеорологическое бюро предсказало, что большая его часть прекратит свое существование к середине века. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты «Бобруйск-360» и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся.